Сегодня Оля Волкова научит нас делать элитную бижутерию собственными руками. Красоту, достойную коллекции Сваровски. Вы не поверите, для этого нам понадобятся старые ключи. Олечка, здравствуй! Здравствуй, Надежда. Что же это за уникальное украшение, которое можно сделать из ключей? Ну, это эксклюзивное будет у нас украшение, как, в принципе, и всегда. Конечно. Я хочу тебе сказать, что очень многие ювелирные дома используют такие ключики в своих коллекциях. И они стоят очень даже прилично, начиная от $90 за один ключик. Просто ключик стоит $90? Или с ним нужно что-то сделать? Не, это как ювелирное украшение. Тут это может быть либо сережка, либо браслет, либо какой-то кулон. Луї Вітон, Тіфані та Сваровські – ось неповний перелік знаменитих ювелірних домів, які протягом останніх років випустили колекції прикрас з ключів. Для Сваровські дизайн прикрас розробляла знаменита художниця Йоко Оно, дружина Джона Леннона. Ключ, який відмикає небеса, ключ, який відмикає Всесвіт і ключ, який відмикає ліс. Ось назви прикрас, які можуть придбати лише заможні люди. Вартість такого ключика біля $400, стільки ж коштують намиста і браслети. Але сьогодні ми навчимося робити такі прикраси власноруч. І у нас вийде? Звісно. Що нам для цього понадобиться, крім ключів? Мы сегодня рассмотрим несколько украшений. Угу. Это будут и браслеты, и сережки, и кулон, и брошка, и даже пояс. Ну, вообще. Начнем мы с кулончика. Это самый простой вариант, на котором можете потренироваться, что можно получить из ключика. Ну, я знаю, такой кулончик в детстве носила на веревочке, мама мне вешала ключ, чтобы я его не потеряла. Правда? У многих был такой. Возможно, дом Сваровски тоже так подумал. Такие украшения максимально за $500 я видела. Вопрос снят. Как это сделать? Самый простой обыкновенный ключик. В принципе, вы можете использовать любые ключи. И от секретеров, и от машины, от какой-то кладовки. А если у вас есть старые амбарные замки, то ключ от него это вообще шикарно. Ветром не унесет точно. Цепочечку вы можете взять, которую у вас есть дома, либо купить. Порядка 60 сантиметров будет стоить вам 2-3 гривны. Максимум. Что делаем с ключиком? Мы его сейчас задекорируем. Ах, вот в чем секрет. Возьмем клей, любой универсальный клей, желательно быстро сохнущий, и стразики. Теперь ловкость рук и никакого мошенничества. Берем клей, немножко смазываем большую часть нашего ключика. А это что у тебя за приспособление? Это щипчики специальные пластиковые для того, чтобы мы могли аккуратненько размещать наши стразики. У меня такого нет. Но у тебя точно есть реседер. Пинцет для бровей вполне подойдет. А он дорогой, этот универсальный клей? Стоит от 9 гривен. Ну, пусть цепочка 5 гривен, а вот такие стразики? Маленькая упаковочка будет стоить гривен 15. Если вы будете брать поштучно, это от 25 копеек за штучку. Тут зависит все от качества, от размера, от блеска. То есть, если это будут, конечно, камешки настоящие Сваровски, то, соответственно, они будут дорогие. Практически наша ювелирная работа окончена. Можем разноцветный сделать, можем даже какой-то рисуночек выложить, если наш ключик позволяет, если он достаточно большой. Для украшения можем добавить, например, какой-то бантик. То можно с двух сторон его вот так вот украсить, чтобы независимо от того, какой стороной он повернется, все равно было красиво. С одной краса, с другой, например, синий. А просто очень хорошая идея. И уже тогда сделаем полностью весь ключик ювелирным, заклеим и его ножку. Вот так вот сделаешь, подаришь кому-нибудь на праздник. Хорошо же? Избавился от хлама. Хотите избавиться от хлама? Подарите его друзьям. Но сначала оформить надо, не просто подарить. Тут считанные дни до Дня Святого Валентина остаются. Даже молодые люди, вот глядя сейчас, как Оля ловко управляется со стразами, могут такое сделать и подарить своей девушке. Она оценит, я уверена. Абсолютно верно. Причем ключик – это прямой вот символ, это какой-то ключик от сердца. Во всяком случае, у меня эта ассоциация такая. Точно. И вот это намек такой очень прямой. Следующий вариант. Ты у нас уже специалист по сережкам, я знаю. Да. Уже прибедняться не будешь. У меня дома все в перьях. Потому крючочки. Начинаем с них. От 25 копеек стоит одна штучка. Это обычный металл. Если это вы хотите медицинский металл, либо серебро, то, соответственно, оно будет дороже стоить. Нам нужен будет круглая основа, на которой мы поместим наши бусинки. И разные ключики. А вот такие маленькие ключики где брать? Это уже просто отдельно ювелирное украшение. В магазинах декора, в магазинах фурнитуры. Но такие ключики, я вам скажу, что можно найти и в детском шкафу. То есть ты обчистила игрушечную комнату? Конечно. Я поняла. Вот наш бисер. И, Надюш, давай, будешь мне помогать.
Ну, я вся такая красивая. Может, нельзя меня нагружать? Да, хорошо. Нет, буду. Бисер мы будем использовать темные, такие у нас будут классические сережки, подходящие под все. Пакетик бисера можно купить за 2 гривны, а можно взять его на развес, если мы точно знаем, сколько штучек нам надо. С какой же ты целью, Олечка, все-таки доставляешь мне такое удовольствие? Пока ты будешь делать прекрасное ювелирное изделие, я покажу еще один вариант, который можно сделать из ключиков. Это вот такая вот брошка. Ух ты, красиво. В этой брошке мы использовали булавочку. Желательно такую красивую, рифленую, хотя, в принципе, можно использовать и обычную, только тогда нам надо закрыть такие вот эти вот передние металлические как бы крыльца, да, чтобы их не было видно, тогда будет очень аккуратно и красиво. Можем использовать ленточки какие-то, можем использовать те же стразы, кстати, на вот этой вот части плоской, которая есть на обычных булавках, мы можем заклеить ее стразами. Тут у нас тоже несколько ключиков, и такой большой, кажется, солидный, и маленький. Несколько цепочек. Как вы видите, совместили мы их на нижней части, да, у нас верхняя открывается, а на нижней у нас помещены все наши изделия, чтобы они, конечно же, не спадали. Причем, Надя, я уверена, что у тебя тоже есть дома такие круглые сережки. Не обязательно покупать эти заготовки в магазине. Кстати, есть, да. И на эти круглые сережки вы уже можете вешать все, что хотите, особенно ключики, да. Вот у нас получится такой вариант, над которым сейчас трудится Надя. Несколько ключиков, несколько бусинок, и, в принципе, наши сережки уже готовы. Можно полностью по всему радиусу нанизать бусинки. Кстати, как вовремя остановиться, когда есть под рукой ключи? Когда ты понимаешь, что ухо у тебя уже склоняется в какую-то сторону, то, наверное, надо остановиться. Экспериментируйте, самое главное. Когда начинаешь делать, уже потом остановиться не можешь. Слушай, а что я сделала в итоге? Это прекрасно. Теперь мы знаем, как сделать кулон, серьги и брошку. Есть еще браслетик. Ой, браслетики я очень люблю. Очень простой такой красивый вариант. Использовали тоже бисер, бусинки разного размера, ключик и бантик. Все элементарно. Цвета разные используем. Тут, конечно, большие ключики нам не подойдут, потому что на руке будет болтаться, все-таки мешать. А какой-то маленький, очень такой интересный вариант. А вот это что у тебя тут такое? А это у меня пояс. Да ты что? Да. Это у тебя такая тонкая талия. Хотелось бы, но нет. Но нет, это ты планируешь только, да? Да. А как это его надевать? Это я смотрю Обуховского и все жду, когда войду в такой размер. Вот так вот. А, я уж тут разогналась, навешала и много разных ключиков, и цепочки, и бантики, и большие камешки. Тут, конечно, мы можем использовать вот то, что ты говорила, да, ключи побольше. И большие бусинки можем использовать, ну и, в принципе, можем, наверное, примерить. Хороша! Ну, желательно, конечно, не переусердствовать и не обвешивайте себя ключами с ног до головы. То есть там и сережки, и там кольцо какое-то, и кулон, и браслет. Ну, слишком много всего, как говорит Рома Медный, что за НАТО, то не нужно. Я особенно хочу детишкам сказать, которые нас сейчас смотрят. Прежде чем взять какой-то ключ, спросите у родителей, потому что это может быть ключ от сейфа, где деньги лежат. Ребенок будет беречь его, я живу здесь, своими руками, со стразами. Это точно. Слушай, ну... Я так понимаю, что количество идей тут бесконечно. Да. Тут уже можно экспериментировать максимально. Все, что можете, то делайте. Кстати, поинтересуйтесь, например, какого цвета может быть украшение с ключиком, в зависимости от того, под каким знаком зодиака вы родились.